Ты не должна это слышать. Потому что мне не слушают. Потому что я говорю взрослые вещи. Weil ich erwachsene Sachen sage. Моя жизнь это сплошной ад. Mein Leben ist eine Hölle. Потому что я немецкий школьник. Weil ich ein deutscher Schüler bin. Deutscher Schüler. И мне какой-то русский неизвестный мужик говорит, что говорить, я перевожу это на немецкий язык. Und mir irgendein russischer bekannter Mann sagt, dass ich auf Deutsch übersetzen soll. Ты мутант, Mann. Как сказать, ты мутант, Mann. Мне нравятся русские бомжи. Мне gefallen russische Penner. А у них счастливое выражение лица, им ничего не нужно делать. Sie haben ein glückliches Aussehen und sie müssen nichts machen. Им не нужно строить счастливое будущее. Und ich brauche eine glückliche Zukunft. Создавать семью. Eine glückliche Familie. Жить в Европе. Wohnen in Europa. Чтобы у них все было glückliche. Мне нужна glückliche жизнь. Und ich brauche eine glückliche Они могут жить в коробке. А мы немецкие школьники. Мы говорим на двух языках. Это такой ужас, когда у тебя в голове живет русский и немец. Иногда между ними война. Что хочет русский от немца? Что хочет немец от русского? Это экзистенциальный кризис. Ладно, кризис непонятно. Это кризис. What? Экс-кризис. Я не читала Канта. Я не читала Канта. Кант это... Я не читала Эйнштейна. Ich habe Einstein nicht gelesen. Я читаю немецкие учебники. Ich lese deutsche Учебники.